Это ты бежишь? К четырем крюкам в подвале? Че там, тебя накидали, Полин, этими дротиками? Да не так! Гениально! Нет, я еще бегу. Старательно убегаю. Я почти шкала заполнилась, да? Эй! Отстань! Понял. Нет у нас на Тони Старк, который по мне своими фонарями светил. Где ты? Я сейчас узнаю. Я узнал. Не, я кемпер, я не буду за тобой бежать. Да ладно. Ладно. Не буду все равно. Так, ну что? Что у нас происходит? Привет. Здрасте, здрасте. И висит. Нет, я не в тот момент ударил. Не, я тебя вот, не... иди ко мне, собака сухая. Так нечестно. Точно. Ну когда? А где? А, вот он. Тут. На месте. Там я забыл. Все. Пока чай себе налейте, я сейчас. Если к нашему чаепитию еще приведу парочку. Каспер, убегай. Побежал уже. Держи. Ты спрыгнула, что ли? Да. Почему я тебя не взял? Это же не... Что за бред? Обычно, когда я не успеваю встать, беру человека. Почему просто ударю? Так, тоже вроде как починено. Да. Не, не очень. Не чини, ты чего? Ну, почему я сейчас ударил в броню? Я не понял. Манти. Не, у меня здесь какой-то просто сверхзвуковой флеш. В одном месте оказывается, потом в другом. У него такие физы вообще просто. Не, у меня, я даже когда заходил, все было нормально, чисто это играл, мне все просто жрет, понятно что. Вот, бежал за тобой, побежал в будку. Как ты слишком далеко, почему ты тебе попал? Ладно. Ничего страшного, я не гордый, я тебя все равно заберу. Все, моя душа довольна. Причем орех, кстати, не сработал, я вроде дал орех, но почему-то орех не сработал, странно. Орех сейчас по-другому работает, насколько помню. В смысле, он же... Нет, почему? Он так же работает? Hello? Я слышал, что его поменяли, и как? Что-то сейчас другое делает, если я не ошибаюсь. Разводчик бы погорбуть, ореть. Погорбить. Да как? Я же точно попал. Так, напоследок вам.
шоковый. Я так испугалась, ты сначала стоял, а потом резко оказался впереди меня, и я вообще испугалась.